Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу вам показать свой очередной заказ с сайта New Chic. Я все вещи уже постирала, погладила и хочу показать вам. Также хочу напомнить, что у меня внизу в инфобоксе промокод со скидкой, который действует на товары, не находящиеся в категории распродаж. Ну и плюс, конечно же, ноябрь – это сезон распродаж, черная пятница и все такое, поэтому советую присмотреться, посмотреть на этом сайте, потому что цены и качество мне очень нравятся. Вот, там можно и для дома найти, и не только одежду. В общем, обязательно зайдите, посмотрите. И ссылки на все заказанные позиции я тоже вам оставлю внизу в инфобоксе. Я включила искусственное освещение, потому что у нас на улице очень пасмурно, уже который день. И надеюсь, что с искусственным освещением тоже будет хорошо видно. Конечно же, все покажу с примеркой. Ну и давайте я начну немножко с предыдущего своего заказа. Помните, я в предыдущем заказе, ссылку на него я оставлю тоже внизу в инфобоксе, заказывала вот такую пижамку. Единственное, что она немножко отличается по цвету, я как бы к ней заказала вот такую. Это тоже как пижамка, как ночная сорочка, как халат можно использовать. Очень мне понравилась. Она, кстати, очень такая, ну, тоненькая, приятная, не знаю. В общем, классная. Я сейчас примерю, тоже покажу, как смотрятся, конечно, все вещи я буду примерять, как смотрятся они на мне. Но мне очень понравилась вот такая, ну, с черной вот такой строчкой, в общем, на пуговках. Я планирую вот это носить как, ну, такой, как халат, наверное, да, как вот такую домашнюю рубашку, можно так, наверное, выразиться. Вот, но мне очень понравилось. Давайте примерю. Вот эта рубашечка, смотрите, какая прикольная. Можно расстегнуть и использовать как халатик, можно использовать как ночную сорочку, например, тоже как вариант, да. Очень приятная ткань, такая мягкая, видите, немножко вот так вот сделано. Ну, просто как рубашка такая домашняя, мне очень нравится. Такой длинный рукавчик мой любимый, мои любимые длинные, да, вот, ткань плотная, приятная, она даже не просвечивает, смотрите, вот, так что очень приятная к телу, в общем, мне нравится. Следующая вещь, которую тоже я заказывала для дома, планирую носить дома, но считаю, что можно не только дома носить, но и вот где-то, да, еще для прогулок каких-то отлично. В общем, вот такой вот комбинезон. Он идет в клетку. Здесь кармашки, молния сбоку. Ну, здесь тоже кармашек. Такая ткань, знаете, как тонкая шерстяная. Вот такая вот она прям очень такой уютненький, классный. Я все вещи заказываю по размерной сетке. Смотрю объем там бедер, талии, груди, да, и уже заказываю и советую вам так, именно так и заказывать. В общем, этот комбинезончик планирую носить либо с майкой, либо с футболкой, либо с такой кофточкой. В общем, классные длинненькие штанишки. В общем, супер, мне понравилось качество. Тут Леушка контролирует все мои примерки. Вот комбинезон, вот я его одела на футболку, это у меня такая домашняя футболка, я буду выносить как домашнюю одежду, мне очень нравится, кажется, так как-то, ну, не знаю, вообще я люблю комбинезоны, у меня их не так много, я, ну, наверное, все-таки больше по платьям, но вот такой комбинезончик тоже классно подойдет на любой рост. У меня рост 1,65 м, значит, здесь вот еще есть у меня запасик, но я брала так, чтобы не сильно облегал он, да. Вот, а кармашек, здесь кармашки. Ткань очень классная, кстати, достаточно теплая. Мне кажется, здесь есть, ну, наверное, вискоза с синтетикой. Я бы вот что-то такое, да, по составу. Ну, по моим ощущениям, я не особо разбираюсь в тканях, сразу скажу. А, здесь у меня есть еще запас, то есть 1,65 м и еще вот в этой части запас, потому что бывают комбинезоны вот в этой части коротенькие, да, и как бы это не очень комфортно, ну, как минимум, вот, поэтому, в общем, классно, здесь, соответственно, тоже можно отрегулировать, можно сзади на спине, у меня вот так вот выглядит, а можно как бы крест-накрест, да, сделать, вот, я сделала прям, ну, вот, прям классный такой рабочий комбинезончик, ну, мне кажется, его можно не только
дома, но и так где-то вот для разнообразия своего гардероба вообще супер. Ну, классный, мне он очень нравится. Очень такой приятный к телу, не жаркий, не душный. Классный комбинезончик, на мой взгляд. Следующее, что я заказала, это вот такое платье. Оно мне очень понравилось. Вот скажу, что прям вообще понравилось. Обалденно. Считаю, что это отличный вариант. Вот поездка куда-то, может быть, на море, на ужин одеть. Вообще идеально. Оно длинное. Сзади оно немножко как бы... То есть оно вот так вот выглядит, да? Сейчас покажу. Вот таким образом сзади. Но одену сейчас, на мне будет заметно. И вот здесь вот идет такая сборка. Я на самом деле думала, что эта сборка будет подчеркивать животик. Но нет, она больше подчеркивает бедра. Джуси пришла, не ходи только по одежде. Подчеркивает бедра. И вот, ну, для моей фигуры, мне кажется, супер. Рукава у нее вообще длинные, но здесь есть, где-то здесь вот-вот, есть пуговка, и можно закатать. Ну, то есть, как бы подсобрать и вот так вот закрепить рукава. В принципе, я обычно так и ношу, я уже говорила неоднократно. И здесь это пояс идет, да, для этого платья. Сюда я так примерила. И пуговицы идут только как бы до талии практически. А здесь идет внахлёст, но вот это все не раскрывается. В общем, сейчас тоже примерю. Но платье классное. Особенно мне понравилась тоже расцветка. И по качеству оно очень такое приятное. Вообще у меня много платьишков от сайта New Chic, да, подобного вида. Они мне все очень нравятся. Очень нравятся. Вот, поэтому я заказала такое. Мне показалось оно такое, ну, необычное, прикольное. В общем, оно мне очень понравилось. Так, а теперь вот это платье. Смотрите, вот длина рукава очень хорошая. То есть можно рукав оставить так, а можно подогнуть. Ну вот я сейчас собрала вот таким образом. На самом деле надо просто, знаете, такую сборочку сделать и как бы закрепить вот здесь вот. Вот, смотрите, видите, вот эта сборка вот здесь вот, она подчеркивает не живот, а как бы бедра. Вот мне кажется, для моей фигуры как раз таки самое то. У кого может быть объемные бедра, может быть, будет не очень. Но вот так классно. И здесь идет просто... То есть последняя пуговица, она в районе талии. И здесь можно сделать вот таким образом. И просто идет запах, который, когда вы наклоняетесь, он не рас... То есть так сделано, что он не раскрывается, да, ничего не видно. И вот такой вот длины платье. То есть получается, вот на последнюю пуговичку я застегнула, идет вот таким вот образом, вот, но с какой-то обувью красивой. У меня просто все убрано, видите, как немножко так вот подчеркивает бедра. Мне очень понравилось это платье, девочки, вообще обалденное. Ткань очень приятная, я не знаю, что по составу, но в ней не жарко, и как бы она такая очень легкая. Вот я завязала здесь пояс, можно и без него. Вот, ну, так вот подчеркнуть талию, почему бы и нет, какое-то украшение красивое. Слушайте, мне очень понравилось, оно такое внизу как бы легенькое такое, то есть, видите, такое. Слушайте, мне очень нравится это платье, мне очень нравится цвет, кажется, такой прям классный очень. То есть, можно сделать вот таким образом, полностью закрытым. Такое прям, ну, очень классное платье, мне очень нравится, девочки, вообще, я обалдею от него. Я даже не ожидала, я когда заказывала, ну, как-то я так, ну, понравилось, но когда вот пришло, я померила, и просто оно вот, не знаю, и село классно, и вообще все такое, прям мне очень нравится. Надо куда-то на морешко ехать снова, да? И последняя вещь в этом заказе у меня, это вот такое платье, на самом деле оно такого... больше розового цвета. Вот у меня камера передает такой коралловый, но он такой больше розовый. Такое достаточно яркое платье. Оно тепленькое, то есть трикотажное. Здесь по бокам идут разрезы вот такие. Пояс, соответственно, есть. И вот здесь вот верхняя часть, то есть как вот эта летучая мышь, да, по-моему, называется вот это вот рукав, да. То есть можно немножечко так спустить на плечи, да. И сзади идет на спинке вот такая вот штучка, чтобы все это держалось. И просто вот как
запахом, да, вот здесь вот я не знаю, не сильна в шитье, поэтому не знаю, как все это называется. И здесь вот так вот прострочно. Запах тоже не раскрывается, то есть ничего не будет видно у вас. Платье очень классно. Вот куда-то сходить. А, не знаю, мне оно тоже очень понравилось. Понравилось, как сидит. Тоже сейчас давайте примерю. Вот это платье, но оно на камеру какое-то у меня такое рыжее. На самом деле цвет такой, наверное, немножко пыльный фуксии, что-то такое. Вот камера неправильно передает у меня цвет. Он не такой яркий, как на камеру. Вот это платье, да. Мне кажется, оно подойдет и на большую грудь. И даже, наверное, на большой груди будет смотреться лучше, чем вот на мне. Вот, мне так кажется. Здесь вот, смотрите, идут вот такие разрезы. С одной стороны, со второй стороны. Здесь вот этот пояс. Можно какой-то другой сюда одеть, да. Значит, рукав. Как это, летучая мышь, да, вот он вот такой, можно его как бы подсобрать немножко, можно сделать вот так, почему нет, да, с двух сторон, то есть более открытую вот здесь вот часть, и, по-моему, на фотографии на сайте и было более открыто, сюда какое-то украшение или какие-то серьги такие красивые, ну, то есть можно поиграться по-всякому. По составу вот этот ткань, как мне кажется, состав я тут тоже не нашла, но, как мне кажется, здесь хлопок. Основная ткань – это хлопок. Ну и может быть добавление либо синтетики, либо какой-то что-то типа шерсти или какой-то вискозы или что-то в этом духе. То есть оно не совсем такое хлопка холодное, оно такое, ну, потеплее. Вот. То есть на теплое пальто можно и сейчас осенью замечательно, ну, сверху теплое пальто, по крайней мере в нашей погоде, вот, можно замечательно носить. Ну, можно сделать более так вот, так, да. Симпатично. Мне очень понравилось платье, мне понравилось, как оно сидит. Вот. И вот этот вот рукав тоже, мне кажется, очень прикольно. Вот. Такой с какими-нибудь сапожками. Ну, то есть поиграться можно с ним по-всякому. Но вот камера, ну, это, наверное, из искусственного освещения у меня все-таки. Она передает его ярко, но более такой приглушенный, более розовый цвет, чем вы видите на камеру. Там есть, по-моему, в разных цветах на сайте, но ссылочку я вам оставлю. Платье мне очень понравилось, приятное к телу, очень такое, кажется, симпатичное. Вот. Так что вот такой вот у меня получился заказ. Вот эта рубашечка мне вообще безумно нравится, она классная. Не знаю, и пижамки тоже вот эти вот очень классные. Вот ту розовую, которую я вам самую первую показала, она, я ее вообще уже много раз стирала, много раз уже одевала, и она в хорошем состоянии при этом осталось. Так что советую, не забывайте, что все ссылки оставила вам внизу в инфобоксе, также промокод со скидкой на товары, которые не находятся в категории распродажи, тоже все в инфобоксе вы найдете. Вот, ну а я на сегодня буду с вами прощаться, я надеюсь, вам понравилось такое видео, оно было для вас полезным и интересным, не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан, всех люблю, целую, до новых встреч!